Здорово, други мои. Второй день ГРМ. На улице минус 17. Ночью всадил мороз. В сарае у нас одиннадцать, на улице 17. Сейчас затоплю печку. Взял я ноутбук. Ноутбук. Посмотрим угол. Глушилку подключить. И хочу я вытащить сзади топливный насос. Сетку заборника посмотреть, потому что сегодня отстояла целый день на улице, на работе был, и завелась очень чашка. Был у меня такой опыт в том году, сетка была забита напрочь, почистил, стала заводиться в любой мороз. Такие у меня думки, что солярку я ли все-таки с канистр лью, может и забилась. Вот. Очень трудно завелась, третьего раза, такого как бы не было. В последнее время вот такие планы. Сейчас затоплю печку и начнем. Так, подключил, завел. В принципе, показывает 0 минус 0.6. Надо чуть-чуть повернуть. Чуть-чуть повернуть. Чтобы было плюс 0.6. Будет поэкономней. Сейчас попробуем. А вот эта херня оказалась... Вот это ухо не в ту сторону согнуто. И получилось, что я его ставлю, а он стоит вот так, кверху. А должен стоять к низу. Вот сейчас я перегнул это ухо в тисках. Подточу тут одна шире. И попробую поставить. Ну вот, вот так она должна стоять. Вот тут три зуба. Раз, два, три. Когда вынимаешь отсюда, они один зуб шире, чем все, чтобы неправильно не поставить. А я же эту перегнул наоборот. И зуб не подходил. Я подточил. Ну что ты сделаешь, китайцы, все приходится дорабатывать. Так, ну что, вот все, я перегнул. Немножечко пришлось еще ухо сюда выгнать. Вот. И все стало как и даже этот, он наклонивший маленько, и как раз чтобы шланг между трубками проходил. Как бы все правильно. А изначально ухо не в ту сторону было. Может, на какой другой двигатель? Ну вот пришлось немножко доработать. Это вот с Китая эта штука. Не знаю, как она будет функционировать, но надеюсь будет. Так, значит, против часовой в плюс. По часовой в минус. Против часовой будет в плюс. Вот туда маленько надо, и назад. Буквально там вот так. Все, это уже, наверное, будет много. Чуть-чуть. Чуть-чуть затягиваю.
Так, 25. 25. Вот так. Наводим и смотрим, что поменялось. Ну, я думаю, будет многовато. На, всадил много, 1,7. 1,7, 1,1. Надо маленечко назад. Так. Надо чуть-чуть по часовой. Сейчас мы... Чуть-чуть по часовой. Вот так, наверное. Вот так. Сейчас проверим. Тут вообще на чуть-чуть надо. Ну, с четвертого раза. С четвертого раза попал. 0 плюс 0,6. Так и остается. И маленько надо бы холостых добавить, то сильно уж на холостых трясется. Но это потом. Так, ну все, я подтянул 25 ньютонов, ну побольше чуть-чуть там. Ничего. Ремешок новенький, как огонь. Больше тут делать нечего. Все как бы хорошо. Так, ну что, продолжаем. Спереди у меня разобрался. Угол выставил. Потом прогрелось, вообще на там, нулях стало. Обороты холостые я добавил. Немножко. Вот. Вакуумника там сделал. Все, спереди все. Сейчас вот буду доставать насос топливный. И смотреть сетку. Потому что что-то у меня подозрение, что она забившая. У меня была в том году такая же система. Заводилось плохо-плохо. Вытащил, сетка забита была напрочь. Я ее вычистил и стала заводиться. И залью солярки двадцаточку и волью литр бензина туда. Да, чтобы она не стыла, солярка. Солярка, потому что у меня халявная. А как говорится, халявному коню зубы не смотрят. Так, температура. Ну, я сейчас ворота открывал. Минус 6. Я машину перегонял. Минус 6, было минус 3. В общем, ну, в гараже тепло. В сарае тепло. На улице минус 17. Все. Сейчас мы, я его снял. Снять его недолго. Что там, две трубки, клейму, фишку снял. И все. А вот вытирать все это говно, с которого с него натекет, там где закрутка, где бак. Вот самое противное. А снять всего 5 минут. Плянец открутил. Трубки фишки отключил. И все. А вот вся эта, чтоб не воняло.
чтобы потом не воняло. Вот самое противное. Вот в том году мне очень плохо заводилось. Я в том году наигрался с этой штукой. А в этом году я раз 10 собирался. Так, надо к зиме достать, посмотреть. К зиме достать, посмотреть. К зиме достать, посмотреть. Так и не достал. Нальешь с канистр солярку. В основном я в этом году только два раза заправился на заправке. Два или три. А так все вот куплено с рук, солярка. По 35 рублей. И причем не в одном месте, а во многих. Ну, кто предлагает, тот и предлагает. Так. Вот это я открутил. Ладно, надо стол мазать. Это я открутил. И теперь надо аккуратно щелкнуть за щелочки, не сломав их. Так. Ай. И чтобы не сломать еще вот этот вот так. А, еще сзади он защелка. Оп. Оп. Так, что-то я не отсоединил. Вот тут как-то вынимается очень интересно. Одну отодвигаем, другую подсыпаем. О! Вот так. И вынимаем. Смотрим. Ну, ничего страшного я не вижу. Как бы прискорбно это не звучало, но скорее всего надо в солярку добавить бензина. Потому что сетка практически чистая. О. Да. Есть, конечно, мусорец, но он не серьезный. Я, конечно, помою все это дело. Скорее всего, солярка у меня летняя. Добавлю я литрок бензина, и все будет хорошо. Да. Сейчас помою, соберу. Так, сеточку я отмыл. Сейчас мы ее поставим на место.
О. Тут специально сделан такая штука, чтобы забивать сетку. Стакашок. Да, я надеялся, что все-таки дело в сетке, но не судьба. Значит, солярка. Вот так. Потому что солярка халявная. Так, ну что, собираем обратно. Ставим. Добавляем бензина. И завтра будет видно. Мороз так неожиданно просто вывалился. Ну так она завелась сегодня. Она как-то заводиться стала. Я ездил на одной солярке, Потом залил другую и стал, хотя я там что-то менял. Я, может, что где пошевелил. А что я менял? Что-то я ковырялся в моторе. Или что? А, патрубок менял. Так. Налью-ка я литрок бензина в солярку. Ну, где-то вот так. Так. Опа. Потому что солярка. Пилка-то чистая. О. Потому что солярка, он зеленая. Полулетняя зимняя. Вот. И я думаю, будет хорошо. Потому что в прошлый раз меня это спасло. Конечно, надо заправляться хорошей соляркой, но если человек дает, то что, куда ее делать? Продавать и покупать на эти деньги другую солярку. Бензин. Про бензин я смотрел видео одно. Оно у меня есть там в бор-журнале, могу ссылку скинуть на драйве. Человек объясняет все подробно, у него эксперименты там поставлены, что в летнюю хорошую солярку можно лить бензин, керосин, и это не смазочных свойств солярка не теряет, потому что хватает смазочных свойств солярки, разбавленной. Ну, конечно, там не 50 на 50, но я вот в прошлом году лил 3 литра на полный бак. И машина заводилась спокойно в любой мороз. И было и за 25, и заводилась хоть бы что. Вот. Так что про бензин никаких криков мне не надо. Проверено и доказано, как бы не научно, но опытным путем у человека. А вот масло двухтактное в солярку лить категорически нельзя. Потому что цинком забиваются форсунки. Почему-то цинком. Вот так вот. Есть одна хитрость, когда ставишь вот эту штуку, вот там резинка стоит, сначала
надо вставить резинку, а потом уже пихать в резинку вот этот сам фиговину всю. Потому что если одеть сразу резинку, и с резинкой пихать, ни за что не вставить. Вот так. Ну что, в общем-то и все. Все, я поставил, все собрал. Завтра, ну, с утра заведется в сарае хорошо, а завтра вечером посмотрим на эффект от бензина. И я доложу, запишу, получилось или нет. Ну а так все на сегодня. Мои злоприключения окончены. Время уже 21:48. Пойду домой. Вроде бы все мелочи, которые хотел, я сделал. Да. Все, пока. Так, всем здорово. Так, други мои. 27 градусов мороза на улице. Сейчас посмотрим, сколько в сарае. И как мой дрексель заведется. Вчера было минус 15, заводилось хорошо. Вот. Сегодня минус 27. А здесь у нас 20 в сарае. Сейчас посмотрим, сколько в машине и как она заведется. Опять эти лампочки горят. Надо вот отключить сервис этот. Так. Второй разок. Ну и третий. Чтоб наверняка. -17 показывает. Ну, солярка летняя, бензина литр я лил, ну пускай полтора, маловато лью, как бы еще у меня 40 литров солярки летней, надо лить хотя бы там, не знаю, полтора литра на двадцатку, будет заводиться хорошо. Ну вот, бензином завелась немножко, обендрилилась, но завелась. Единственное, что у нас еще 2 дня морозы, и все, потом плюс будет. Ну все, в общем, бензин помогает, в общем, заводить автомобиль с летней соляркой. Все, пока, наверное.